Всем привет! Сегодня мы поговорим о том, почему плывет овал лица, сглаживается угол нижней челюсти, появляются отеки и второй подбородок. Чаще всего это происходит из-за нарушений в шейном отделе. Состояние нашей шеи отражается на состоянии лица. Мы разберем такую проблему, как шейный гиперлордоз, и поговорим, от чего он возникает, а также я покажу комплекс новых приемов для решения этой проблемы. Проблема очень серьезная и проявляется как в детском периоде, так и у взрослых. Шейный лордоз – медицинский термин, который означает изменение физиологической кривизны в шейном отделе. Если шейный лордоз в норме, то нагрузка на позвонки в статике и в движении распределяется равномерно. Если лордоз шейного отдела является избыточным или уплощенным, то это является патологией и имеет серьезные последствия. Мы поговорим об избыточном шейном лордозе. Гиперлордоз имеет характерные внешние проявления. Голова постоянно наклонена вперед, шея втянута в плечи и кажется короткой, нижняя часть затылка отличается вогнутостью, а на задней поверхности шеи проявляется явный залом. Также при гиперлордозе в области седьмого шейного позвонка формируется холмик, который часто называют холкой. В подростковом возрасте самой распространенной причиной гиперлордоза является быстрый рост костей при недостаточно развитой мышечной системе. Это приводит к неравномерному распределению нагрузки на позвоночник, в результате чего происходит искривление. Усугубляет ситуацию недостаток физической активности или долгое пребывание в одной позе. Например, когда ребенок часами сидит за компьютером или с планшетом в руках, наклонив голову и ссутулив спину. Небольшая деформация почти незаметна и выражается лишь легким дискомфортом в шейном отделе. А вот сильные искривления отражаются на внешнем облике и на состоянии здоровья. Из-за сдавливания сосудов нарушается кровоток, появляются боли и головокружение. Из-за мышечных спазмов появляются боли в шее, нарушается лимфоток, появляются отеки, голова смещается вперед, теряется четкость овала лица и формируется второй подбородок. Хочу добавить, что шейный гиперлордоз формируется из-за сутулости верхнего грудного отдела. Когда мы сутулимся, шее поневоле приходится изгибаться, чтобы держать голову прямо. Для того, чтобы нормализовать лордоз шейного отдела позвоночника, необходимо корректировать весь позвоночный столб, укреплять мышечный корсет, раскрывать грудной отдел, делать приемы на вытяжение позвоночника, расслаблять мышцы трапеции и шеи для того, чтобы устранить спазм и напряжение. Необходимо организовать правильно рабочее место как взрослого, так и ребенка с учетом его роста. А сейчас я покажу вам комплекс приемов, который позволит нормализовать статику шеи и вернуть шее физиологичный изгиб. Эти упражнения выполняются в статике и направлены на вытяжение мышц. Начнем с приема на вытяжение трапециевидной мышцы. Обнимаем себя за плечи, локтями тянемся вниз, опускаем голову вниз, фиксируем это положение на 30-40 секунд. Чувствуем, как вытягивается задняя поверхность шеи и подзатылочные мышцы. Следующий прием для снятия напряжения с задней поверхности шеи и подзатылочных мышц, так как при излишнем изгибе шейного отдела эти мышцы укорачиваются и спазмируются. Наклоняем голову вниз, левой рукой обхватываем затылок, но при этом не оказываем давление на голову, а как бы тянем вверх затылок, удлиняя подзатылочные мышцы. Второй рукой мы делаем скручивание мягких тканей от основания затылка до седьмого шейного позвонка. Повторяем этот прием еще два раза. Затем меняем руку. Правой рукой обхватываем затылок, не оказываем давление на голову, а тянем затылок вверх. И левой рукой делаем скручивание сверху вниз до седьмого шейного позвонка.
Следующий прием. Наклоняем голову вниз, укладываем руки на затылок, собираем их в замок. Давление руками мы не оказываем. Руки просто свисают под собственным весом. И начинаем делать малоамплитудные покачивающие движения головой, напоминающие восьмерку. Чувствуем, как растягивается и удлиняется задняя поверхность шеи. Напоминаю, что давление руками мы не оказываем. Руки просто лежат на голове под собственным весом. Этот прием мы выполняем на протяжении 30-40 секунд. Следующий прием для удлинения и вытяжения боковых мышц шеи. Принимаем удобное положение, прижавшись спиной к спинке стула. Наклоняем голову к плечу. Левую руку укладываем на голову, при этом не оказывая никакого давления. Рука под собственным весом лежит на голове. И очень важный момент. Вторая рука у нас опущена вниз, свободно спадает, не лежит при этом на коленях, а свободно свисает вниз для того, чтобы способствовать вытяжению боковой поверхности шеи. В этом положении мы находимся от 1 минуты до 2. Рука давление не оказывает. Если у вас получится, то можно положить на голову не ладонь, а предплечье. И также голова наклонена вниз, а рука спокойно лежит на голове под собственным весом, не оказывая давления. Меняем сторону. Наклоняем голову к плечу, правую руку укладываем на голову, не оказывая давления, а левая рука свободно свисает вниз. Чувствуем вытяжение боковой поверхности шеи. Находимся в таком положении от 1 до 2 минут. Приступаем к следующему приему. И еще один прием, для которого нам понадобится палка. Это может быть гимнастическая палка или палка от швабры или метлы. Располагаем палку за спиной и фиксируем ее локтями. Такой прием нам позволит раскрыть грудной отдел. В таком положении ходим по квартире и улыбаемся в течение 10 минут. А для того, чтобы при этом выходили с гордо поднятой головой, контролируя правильное положение головы и нормализуя изгибы нашего позвоночника, нам понадобится еще одна палка и помощник. Вторую палку мы располагаем вдоль позвоночника, чтобы она касалась и затылка, и копчика. Выполняйте это упражнение ежедневно, для того, чтобы сохранить молодость и красивую осанку. Ведь основа нашей молодости – это здоровая спина. И палка. Две палки. Если это видео было вам полезно, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, рекомендуйте друзьям. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео.